Привет, ребят, с вами снова я, Мили-Мил, и сегодня мы поиграем в Free Fire. Да, ребят, королевская битва, карта, ну, как всегда, Бермуд. Одна карта, я не знаю, не шарик. Все, пора падать, пора вот так. Куда бы упасть? Откроем парашютик. Ускоримся. Уже кто-то кого-то убил. Я сейчас приземлюсь и постараюсь этого убить. С взлёта. Ладно, погнали вот сюда. Он тоже сюда. Вот собака. Мы, походу, будем соревноваться. Вау! Это прям то, что я хотел. Я уеду-ка нафиг от него. Вот так вот. А здесь под мостом залутаюсь. О, так. Все, дробашек у меня уже есть. Это моя любимая тачка во Free Fire. Это мотик. Дрон какой-то развернут. Окей, я хочу найти кого-нибудь еще и убить. Так, выслеживаю. Ну, вообще, мы мало залутаны, ребят, согласитесь. Мне скоро эпилепсия, блин, случится с этим Free Fire. Так быстро все двигается. Поехали. А можно тут на самолете, интересно? Я просто не знаю. Напишите в комментах, можно ли кататься на... летать на самолете во Free Fire. Поехали. Кто уж кого-то убивает, а я никого не могу найти. Только того челика сначала. Но это понятно, мы с ним вместе упали. Так. Я обязательно кого-то найду. Все сосутся ближе к центру, потому что через 4 секунды как бы начнется... сближение. Ну, зона сужается. Поэтому я погоню-ка тоже к центру. Может, кого-нибудь найду, может, не найду. И где все? Ладно. Тут что-то типа гуманитарка упала. Еще одна такая-то чего. Назад. А там вот у нас такой вот. Ты чё, офигел, он меня убил? Зараза такая. Мой мотик, если он мотик не взял. Молодец, если бы он мой мотик взял, я бы вообще по шапке надавал. Я бы вычислил его по IP. Тихон убито 0, урон 0. Нанесенный. По нему даже не попал, он не грохнул. Надо было его задавить нафиг и все. Ребята, новый раунд. Так, ребята, я уже спрыгнул с самолета. Движусь к этим домам, чтобы залутаться и как бы пойти убивать. Все, я спрыгнул, погнали в домик залутываться. Так, ребята, я уже дошел, рюкзачок. Аптечки берем, у меня уже одна аптечка есть. Это хорошо. Защита. Еще
еще пушка. Рюкзак такой же. Второго уровня. Ну окей, все, погнали. Что будет, если я спрыгну? Понятно, зачем я это сделал. Но все равно мало сняли. Ну а я пошел убивать. На месте, стой, собака. Я у него сколько пульс собил? 28. Вот всему ответ. Есть второй. Все убегает сразу. Постреляли, мне убегает. Трус. Вот этот. Где он? Давай, давай. Хотел сражаться. Выходи. Убью. Опа, нормально. Мухоморчик. Мухоморчик я не ем. Опа, гуманитарка. Побежали к ней. Может, сейчас многие к ней бежать будут. А здесь что? Взять все. Йо, и рюкзак. Ладно, окей, все, погнали. Упана мотик. Мотик, это хорошо. Но я там вижу человечка, которого прямо сейчас убью. Человечек. Иди ко мне. Смертный. Убит. Чек. Ну что ж, вот я и пришел к гуманитарке. Если честно, пока никого не вижу. И так скоро мотик сломается. Я так прыгаю. Врезаюсь, точнее. Ладно, погнали. Два человечка вижу на карте, а в реальности только одного. На. Где второй? Надеюсь, он мой мотик не крадет. Надеюсь, не крадет. Кто стреляет? Вон еще один. Вот так вот. Просто я всех тут делаю. Кто еще? Вот этот. Опять просто осталось 27 выживших. Что это за статуэтка? Что я сделал? Опа, вижу еще одного человечка. Зря ты пришел сюда. Еще один убийц. Если вы видите чувака, который сбивает всех на красном мотике, это я, ребят. Ладно. Где все? Я почему-то никого не вижу. Давайте все сюда. Мужики, вы чё? Все мужики только на центре. Ну, девушки тоже. Я его не убил, он меня стреляет.
Нехорошо. На. Чё-то гранаты делать, я так и не понял. Тут бомба какая-то взорваться хочет. Я нафиг лучше поеду-ка отсюда. Пока тут ничего не взорвалось. А что это за Danger написано? Ну нафиг. Пока есть время, буду сбивать. Я почему-то немного боюсь на эту красную зону вставать. Я пока здесь встану и буду стоять, все. Теперь не страшно. Вопрос такой большой. Где все остальные 19 человек? Вот так вот встану где-нибудь. Ну я, ребят, человек мирный, я не буду никого сбивать, тем более там стрелять в кого-то. О, господи, все, зона конкретно сужается. Вот я сейчас еле как держусь на центре. Но если что, у меня есть аптечки. Я буду хилиться. Кто меня стреляет? Ну, встала все-таки. Живучий ты или живучий челик? Или челка? У нас осталось всего что уже 12. Вообще, на мотике, я считаю, это имба. Это просто... шикарно. Играть так на мотике. Ты чё не сдох, алё, мужик? Ты по мотику-то моему не полез, сатана. Он меня убил. Окей, окей, ребят. Давайте еще раз, еще раз. Мы еще займем первое место. Займем. Ребята, я хочу самым первым спрыгнуть с самолета. Да, он еще только вот так над водой пролетает. Королевская битва. Прыжок, падать. Ребята, а если прям в воду? Не, ну нафиг. Вот тут какие-то дома, я на них и прыгать и буду. Прям на крышу, прям на дом. Вот так вот. Сальто сделали. Это что использовать? Что случилось? Ну, окей. Погнали залутываться и убивать всех. Вот. Вот это я заспавнился. Сразу же умер. Откуда у него же такая броня? Ну, окей, окей. Так, ребята, я уже падаю на парашюте. Ща, вот там вот какие-то ресики есть. Хотя нафига нам этот мост? Погнали сразу сюда куда-нибудь. Есть шанс умереть от воды? Поплыли. Тут нету типа воздуха, что можно умереть. Окей.
Вы еще не набрали, чего там не набрали для эмодзи? Никаких эмоций не набрал я. У меня есть эмоции. Да, ребят, сегодня еще выйдет ролик по Бэдварсу. И на карте Хогвартса. Будет очень круто. Да, может даже Бэдварс Сабина, я ей позвоню в обед. Скажу. Ребята, кто сказал мне будь здоров, спасибо. Кто сейчас сказал будь здоров, тоже спасибо. И кто потом скажет будь здоров, тоже спасибо. Да. А можно тут отстрелять дерево и катаной как-нибудь там его забрить? Так. Вон, вижу. Сколько я ему точно что-то нанес. А как уже 11 людей сдохло? У меня что, две одинаковые пушки? На. Убить, все, погнали лутать его. Тут еще люди есть. Так. Где все? Вот человек. Девять, восемь хп снес. Погнали. Я его догоню, я его убью. Что за пистолет такой с двумя хп? Я его с этого пистолета с одного выстрела убил. А можно еще вот еще этот пистолет? Что за рюкзак такой же? Такая же пушка, такой же пистолет. Ладно, погнали. Прыжками. Тут зона уже сужается. Так. Главное сейчас ни на кого не напороться, потому что у меня мало патронов. Хотя я думаю, что я с выстрела убью кого-нибудь. С каким-то пистолетом. Мне показалось, там человек. Ну, где все? Мне показалось, сам человек, но это не человек. Гриб, поганка, что это? А куда я пришел? Отмечен. А, я понял. Я могу отмечать зону, куда мне надо пойти. Блин! Убит. Так, давайте перебинтуемся для начала. Нифига, у меня 101 запасной патрон. Так. Вы никого не видите? Я вот, например, никого. Вижу цель, не вижу препятствий. Па. Я его убью, я его, ребят, все равно убью. Не беги. Я его догоню и убью. Больше никого не вижу. По крайней мере, не видела. Они, может, не видели, но я никого не видел. Вот он, мужик. Здоровенький Булу, я его убил. Просто затащу его вот так.
Так. Ну, получается, что все. Тут еще два человека. Бомба взорвана. Господи, что все стреляют из разных сторон. Погнали, все, я видел. Я видел и убью его. Опа. Таким я уже пустой, господи. Вот это было зря. Вот это было реально зря. Спрыгнул я. Я кого-то на карте увидел, но не знаю кого. Ладно, погнали. Там джип какой-то. Погнали, залутаемся, тут уже 4 патрона. Все, мне эта пушка не нужна. Это тоже. Берем новую. Берем эту, и все шикарно. По мне палец. Убил. Использовать. А на мне рюкзак какого? Второго уровня. Кто-то стреляет. Сколько человек? 15 человек осталось. Так, две пули я в него всадила, осталось еще. Rampage. Еще кто-то, давайте. Мне на всех патронов хватит. Эта тачка едет? Шлем возьму новый. Со спины. Культурно. Кто еще? Я думаю, кого я видел? Опа. Осталось 12 человек. Ну, считай 11, не считая меня, конечно. Считай, не считая меня. Блин, пространство пипец как мало. Где все люди вообще умудряются сидеть? Что их просто не видно. Ну нафиг, лучше сюда пойду. 11 осталось. Где, блин, люди? А вот они проявляются. Их просто тут дофига. Я должен, ребята, занять первое место. Я обязан. Такого никогда не было. За всю историю моего канала я не занимал первое место. Перезаряжусь на всякий пожарный. Ой, в смысле аптечку использую, в общем. Так. Убит. Убил, осталось трое. Даже двое, не считай меня. Господи, где они вообще могут быть? Все, мы на 1-1 остались. С каким-то челиком я 1-1. А зона сужается.
На-на-на-на-на-на. Yes. Буян, я впервые выиграл. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. С вами был я, Эмили Мил. Всем удачи, всем. Пока-пока.